И всем привет, мои дорогие друзья, с вами снова, как всегда, я, Слава, и сегодня мы посмотрим на один очень крутой сервер. Во-первых, там много мини-игр, и достаточно хороший онлайн. И в основном читеров там я не видел, поэтому сервер точно хороший. Он называется Tesla Craft, то есть вот он, правда, иногда нет соединений, но это вот, Tesla Craft. Нажимаем настроить, и вот его айдишник. Вот сейчас я все настроил, поэтому все будет видно. Так, сейчас кое-что посмотрю. Надо чуть повыше камеру поднять. Во. Записывайте айдишник, пока я кое-что расскажу. Ребят, смотрите, если под этим роликом наберется 3 лайка, то я сниму топ-3 сервера по Майнкрафту 1.12.2. Если наберется 3 лайка. Если не наберется, то не знаю, может, не сниму. Но если наберется 3 лайка, то сразу же в четверг или в пятницу выйдет видос. Поэтому погнали. Заходим на сервер. Тут вы заспавнитесь и надо вписать код. А, понял. 28800. Вы вписали код, и если вы новый производитель, вам нужно написать рек и пароль. Это если вы, то есть, только создали аккаунт и заходите. Здесь много мини-игр, можете посмотреть на все. Как бы паркур всякий, Агарио, ТНТ Ран, крокодил. Кстати, что за крокодил, я не знаю, я там не играл, поэтому напишите мне в комментариях, кто будет играть. Аркадные игры, правда, здесь в них вообще никто не играет, я знаю. Build Battle, по-другому. Прятки, это Hide and Seek, по-другому, там тоже блоками прячешься. Здесь битва строителей. Правда, чем отличается Builders и строитель, я не знаю. Поэтому, если кто знает, что это за режим, напишите мне в комменты, пожалуйста. Есть Mario Party, по-другому Таркад. Мне очень нравится этот режим, ребят, там сразу, когда заходите, много игр, поэтому рекомендую этот режим. В него очень много играет, и он популярный. Тайный убийца, классическое выживание, классический быстрый Bed Wars, Death Run, кстати, прикольная мини-игра, Sky Wars, голодные игры, Аннексия, кстати, что за игра, тоже не знаю, Counter-Strike, Микс Гейм, Ванильное Выживание, Овечки и вот эти две игры скоро будут. Этот сервер очень популярный, то есть тут, по-моему, 10 или 15 лобби. В принципе, много игроков, там, по-моему, иногда доходит до 3000 онлайна, в основном к вечеру. И, кстати, как видите, игроки набираются довольно быстро. Ближе к вечеру, потому что когда день, то есть там часа 2-3-4, то онлайн маленький, потому что все в школе. Я сейчас почти прошел паркур. Кто-то его тоже почти прошел. Здесь есть, как видите, паркур, здесь крутое лобби на каждом, на каждой мини-игре. И в основном... А, это выйти. Поэтому очень прикольный сервер. То есть, как видите, тут много лобби, хабов, по-другому. Не знаю, мне нравится этот режим, этот сервер. Есть лук, как вы видите, он тпкает. Вот эти разные штуки. Это, по-моему, выбивать можно вот здесь вот то, что это опция. Хотя... Так, как учесть. А, тут, видите, надо... Тут звание есть, точно. Кстати, насчет кланов, я не знаю, я в них никогда не заходил, поэтому насчет кланов подсказать не могу. И в основном разные мини-игры. Мини-игр, как я сказал, очень много, этот сервер популярный. И если я буду снимать... О, кстати, неплохо. Надо будет открыть. Если я буду снимать топ-3 сервера по Minecraft 1.12, это точно будет на первом месте. Потому что я уже придумал... так сказать, топ-3,
И сейчас вот, если наберете лайков, то я сделаю. И, кстати, один раз я пробрался за карту. Я не помню, как это сделал, но я, короче, тпхался и пролетел за карту. Тут можно это сделать, но я, честно, если честно, не помню как. Опа, вот мы и за картой. Я на самом деле не знаю, почему разработчики не сделали барьер, но не знаю. Лук на самом деле реально читерский, зачем его сюда добавили, не знаю. И подняться, кстати, можно, по-моему, по воде. То есть, или написать слово хап. Ой. А, нет, стоп. Нельзя написать слово хап. Я думал, можно. Вот так, если... А, вот так можно. Как вы видите, можно забраться, но я не советую это использовать, потому что сейчас, видите, на сервере было 1700 игроков. Поэтому нормально. Опа. Ладно, ребят, с вами был я, Слава. Сегодня у нас получился вот такой вот ролик, где я обозреваю сервер. Он получился не очень большой, но... Я же сервер обозреваю. Поэтому, ребят, если вы хотите, чтобы было много серий, ставьте лайки, подписывайтесь. И спасибо вам за просмотр. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Наберем 3 лайка, выйдет топ-3 сервера. Всем пока.